Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Авто Плюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. Пенсионерка получила травмы в ДТП в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района. Там по сельским просторам на квадроцикле раскатывала 14-летняя девочка. Она избила женщину. Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил Сергей Пичугин. По данным ГИБДД, авария произошла в четверг в 17:30. 14-летняя школьница села за руль снегоболотохода «Стелс» и наехала на женщину. Ей оказали помощь. По словам очевидцев, нарушительница с подругой ездили по селу, несмотря на все замечания местных жителей. Также очевидцы рассказали, что возле места ДТП было много детей. К счастью, они не пострадали. Сейчас за поступки девочки-водителя будут отвечать ее опекуны. В Кирове на улице Павла Корчагина 53-летний водитель «Рено Сандеро» неудачно повернул налево. Водитель автомобиля «Рено Сандеро» при выполнении разворота, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным автомобилем «Ауди 80». После удара «Рено» отбросило на опору уличного освещения. В результате происшествия водитель «Ауди» получил травмы, ему была оказана медицинская помощь на месте. В Яранском районе на трассе Вятка водитель фургона «Форд Транзит» отъехал от обочины и не пропустил мопедиста. В итоге водитель двухколесного транспорта получил травмы, его не госпитализировали. На улице Проезжей водитель Нивы пытался развернуться от обочины, но не пропустил попутный Nissan Almera. Автомобили столкнулись, иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Изначально это ДТП зарегистрировали как происшествие без пострадавших, однако позднее к медикам обратилась 21-летняя девушка. На улице Солнечной произошло сразу два курьезных ДТП. Сначала водитель самосвала наехал на арматуру, и у него лопнуло колесо. От взрыва из-под грузовика отлетел камень, который разбил окно экскаватора. В этой аварии обошлось без пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия.